Йо-йо-йо, приветюки, приветюлюшки, как делишки? У меня все чики-пики дела, ты же знаешь, а? Чис! Добро пожаловать на мой канал, Dflygerianvlogs. Если вы еще не подписаны, нажимайте subscribe, subscribe. Вниз, манека, бля, ты же знаешь, как мы тут делаем каждый день. У нас все чики-пики дела, ты же знаешь, а? Чис! Тут самый горячий канал в мире, вот поэтому нажимайте subscribe, быстро. Сегодня у нас есть горячий, горячий песню. Песню из аниме Miyagi and the Panda. Они выпустили новый трек вчера. Я еще эту песню не слышал. Давайте вместе со мной послушаем эту песню и узнаем, если эта песня крута, кайфучая. Вы же знаете, как я люблю, когда... Чики-пики, манека, бляда. Не буду тратить ваше время. Песня называется Буревестник. Буревестник. Как моя интонация на русском? Я правильно? Если я не правильно, напишите на комментарии, ребята. И учи меня, как правильно это сказать. Буревестник. Окей, guys, давай сразу погнали на эту песню. Let's go. За стилем, игры ветеранов и короли стиля. Мастеринг, если бы небо не меняло меня, видимо бы не вникал в эту тираду. Не в растеннике, на сцене. Знаю, где вы там поспели. Мне нравится этот ад-либ, который он всегда так делает. Miyagi. Как он? Я не знаю, как он это сделает, но вообще круто. Круто слышать такой вот трек вообще. Без души, без цели. Такой бестселлер, не в растеннике, на сцене. Знаю, где вы там успели. Лагеру били, конечно, занято. Мы остановили тебя, песни Гигедун. Место, которое не понял бы Сальвадор. Дебло руинами находит разговор. Как мы знаем, Miyagi его припев всегда длинный вообще. Но полностью кайф, манеку, блядь. Полностью кайф, блядь. Как он... Блядь. Я думаю, что время, которое Miyagi тратит писать припев, это уже как пони куплет, манеку, блядь. Понимаешь? Припев это как куплет, манеку. Доп. Тут сразу два ярких стиля. Имеем вес, не нужен вилла. Тут валит ниже еще кило. На базе есть своя горилла. Борзый фан, то и после ман. Выживаю сам, поджигаю хлам. Пусть играет фанк, честный капитал. Индивид пропал, делай сам на сам. Пусть трясутся попки-дамки. Мне не жалко, я не падки. На синты буна драмки. Флоу положит на лопатки. Флоу положим на лопатки. Маник. Кто-то любит славу, идет на дорожку. Выбор за тобой, это дело каждого. Или флоп положим на коленки. Коленки. Буревестник поселился на район. Там, где любили барабаны, баритун. Без талачи рубили, конечно, занято. Остановили тебя песни. Они поменяли бит to dancehall. Oh my god, this is dope. This is fucking nice, манеку. Это вообще, бит поменяется, блин. И вот, я только что замечу, что песню это 4 минуты, 6 секунд. Вообще, я давно такое не видел, потому что сейчас другие артисты, они сделайте короткий песню. Максимум 3 минуты или 2 минуты. Но совсем, который я видел,
обычно 2 минуты. Но интересно, 4 минуты вообще. И только Miyagi и Panda нет другой фьючер on this feat на этот трек. Доп. Мне нравится этот бит больше, потому что такой бит сразу зажигаем, ты сразу хочешь потанцевать. Вообще, классно. That bass guitar was lit. Этот бас гитары, который играл последний. Wow, that was nice. Ребята, этот песню мне очень нравится. Нету минус, только плюс, маник, блядь. Все четко, все отлично. Oh my god. Я давно не слышал. Они сделали их прошлый релиз, был, думаю, что месяц назад. Сейчас гляну. Ажми. Думаю, что месяц назад они... Их последний трек. Мама лет. Да, месяц назад, я прав. Я уже снял реакцию на этот трек. Если вы еще не видите, на конце этот видео я буду ставить ссылку. Смотрите до конца и нажимайте на Мама лет. Окей, guys, спасибо большое за просмотр. До следующего раз. Peace.